О, у нас кот с другой двери хочет зайти. Тихо. Да мне-то за что? Ты ж сам не хотел заходить. Ну все. Зашел. Да, сейчас кормиться будем. Да. Ну. Ой! Ты мой сладкий. Да? Гешка! Дружище! Ну вот так кто тебе виноват? Ты сам туда залез, а теперь не можешь слезть и кричишь. Да? Кто тебя должен снимать? Мау! Ну, слазь сам. Короче, у нас вот диван стоит, небольшая перестановка. И он туда, конечно же, сиганул первым делом, а как слезть теперь не знает. Ну скажи, как ты докатился до жизни такой? И? Катя. Мурлычет, сидит. Чего, зай? Ну что? Малыш? Ау! Я ж тебя отпускал на улицу, ты не пошел. А что такое? Ай! Еще раз попробуем на улицу пойти. Пойдешь? Да? Ты успокоился немножко? Чашку перевернул. Все раскидал. Успокоился чуть-чуть? Нет, ты не успокоился? А что надо, чтобы кот Геша успокоился? А? Муся? Мяу, мир, дружба, жвачка. Нет? А что? Мяу, скажи. О. Вот характерец у кошки такой. Весюлечка. Ты такой красивый мальчик. Ой, какой ты красивый у меня. Ты булочка? Ты у меня булочка? А здесь? Булочка? Булочка. Булочка. Ты такая булочка, зёпочка моя. Ты зёпочка, булочка? Ты моя ласточка. Ду.